8 августа 2020 года Святославу Николаевичу Федорову, врачу-офтальмологу мировой величины, ученому-изобретателю, политическому деятелю, академику, основателю системы МНТК микрохирургии глаза, исполнилось бы 93 года. За отпущенные ему на Земле 72 года жизни он успел осуществить бесконечное множество социальных проектов, совершил ряд революционных скачков в офтальмологии. И все деяния посвящал одной гуманной цели – как можно лучше лечить людей и делать их счастливыми. Чтобы количество излечившихся от глазных недугов исчислялось сотнями тысяч, была построена целая Монтековия с филиалами по стране. Чтобы существенно улучшить условия жизни сотрудников, вырос офтальмоград в Славино. Его заботами распахивались поля и организовывались фермы, конюшни, предприятия, строились гостиницы и базы отдыха. Он даже вел переговоры о небольшом заводике по сборке собственных автомобилей. Роскошные новые автомобили с фирмой МНТК. Микрохирургический автомобиль. Будет напоминать Хонду, японскую Хонду. Мечтал он и о покупке земли в Америке. И небольшой какой-нибудь сарай, в котором будем делать компьютеры на новых принципах. Размах роящихся в его голове бизнес-проектов поражал воображение. Вот, к примеру, передача о Федорове производства 1987 года. Увидев сказочный офтальмоград своими глазами и выслушав громадью дальнейших планов, журналистка не удержалась и съехидничала: «Я не удивлюсь, если вы где-то здесь и самолет строите». И в ответ Святослав Николаевич ничуть не смутился, мол, зачем самолет? Вертолету удобнее. Вот здесь, вот на этой поляне, сделать вертолетную площадку, сделать здесь переносные операционные блоки, которые я закупаю во Франции. Это 7 таких домов, а внутри роскошный операционный блок. И прямо вертолетом из Шереметьево мы будем привозить больных, будем здесь оперировать. Они будут жить по краю леса, поставим 10 коттеджей красивых. И они будут, это, во-первых, мы будем делать добро, и люди будут получать зрение в прекрасных условиях на нашей блестящей русской природе. С роскошными видами. А если они хотят в Москву проехать, мы здесь делаем сейчас паром. До Москвы всего 35 километров. В условиях бесплатной медицины Федоров брался зарабатывать деньги на развитие и оснащение системы МНТК всеми доступными методами. Нужна была валюта, потому что передовое оборудование продавалось только за рубежом. Но слишком незащищенным оказывался любой бизнес. Стране нужны были новые экономические законы, и Святославу Федорову пришлось пойти в политику. Для нас почему-то политика все время заключается, кто президент, кто какой-то большой начальник будет, какие будут генералы. Ведь на самом деле это неверно. На самом деле политика – это как будет воевать солдат. Как этот солдат захочет побеждать или нет, если у него оружие этого солдата для победы. Воевать Святославу Федорову приходилось много. Убеждать, доказывать, водить экскурсии по уже сделанному и снова удивлять. Я думаю, что просто, понимаете, я умею где-то, ну, логически мыслить и убеждать людей, что все-таки логика, она сильнее, чем какие-то социальные догмы, чем какие-то каноны. И поэтому, когда я приходил и в райкомы партии, и в обкомы, и показывал фотографии этих больных, и их письма, и показывал эти хрусталики, я всегда был начинен. Здесь у меня были искусственные хрусталики, тут инструменты. Отсюда я вытаскивал фотографии, отсюда я вытаскивал письма больных, отзывы, и говорю: ну посмотрите, вот же, это же надо делать, таких же людей миллионы. Идеи Федорова об интенсивном и творческом труде непременно наталкивались на такое естественное среди людей свойство, как лень. Но именно лень – та самая главная черта, которая и развивает человечество, утверждал Святослав Николаевич. Лень было ходить, придумали лошадь, научили. Лошадь, так сказать, ходит, но шатает, неудобно. Придумали автомобиль, чтобы быстрее. Но приехать в другую страну на автомобиле тоже долго придумали. Самолет и так далее. Главное, чтобы ничего не делать. Женщины... обед делать, так сказать, лень. Давай придумаем ресторан. То есть вы идете наперекор от человеческой природе? Да, в какой-то мере, да, да. Но человек и должен идти наперекор своей природе, потому что он весьма несовершенное существо и должен себя исправлять в процессе жизни. Исправлять жадность, лень, зависть, злость. Ведь с чего началась цивилизация? С каннибализма. Разрушать каноны и смотреть на невозможное под другим углом, с точки зрения здравого смысла, таков удел истинных революционеров. Сколько на это уходит сил, энергии, душевных исканий, большинству не дано даже в мечтах приблизиться к подобным масштабам. Я иногда даже говорил: Святослав Николаевич, говорю, слушай, вот вытащи паспорт, ты посмотри, сколько тебе лет.
значит, так. А что такое? Говорю, ты не обижайся, ты иногда, как мальчишка, значит, это заводишься, значит, так, все это у тебя гремит, значит, там, и в думе, и так далее. Вот, то есть у него энергия, она действительно выплескивалась через край. Окружающие всегда удивлялись, ну что ж он так безрассудно тратит свою энергию. И всем был интересен его секрет, уж не из космоса ли он ее черпает. Да нет, это может быть природа меня подзаряжает, потому что я не верю в мистику. Понимаю, что что-то мы еще с вами не знаем. И я уверен, что биополе существует. И я даже при помощи иногда своих рук могу как-то снять боль у супруги или сделать немножечко, чтобы глаз побыстрее выздоровел. Значит, существует. Да, вот посмотрите, вот супруги, как правило, ведь лежат в одной кровати. Ведь это тоже своеобразная подзарядка. Когда я как-то к этому так не относилась. Другому. Да, ну а что, вы вспомните, что в Мао Цзэдуна подкладывали сразу 5 красивых женщин для того, чтобы подзарядить его биоэнергией. И то же самое делали Ким Ир Сену. Это впечатляющий пример. Да, так что я думаю, там эти не дураки, там на Востоке. Они понимают, как может воздействовать одно биополе на другое. Вы к чему призываете, Святослав Николаевич? Быть ближе людям. Быть ближе к человеку, природе, любить жизнь и ценить каждый прожитый день, сеять добро. Совсем несложные истины проповедовал Святослав Федоров. И они как жизненная шпаргалка для тех, для кого выпала честь идти по протаренному им пути. А мне он тогда сказал так. Если ты меня когда-нибудь предашь, я тебя застрелю. И поэтому, когда вот меня спрашивали, признавался ли он мне в любви, говорил бы мне, никогда он не признавался. Но я считаю, что это признание в любви было самым главным.